Вот еще один. Что там еще? Да, виноват, конечно. Обсыхаем, чинимся и сушимся в хижине Зикоры из зачистки направлений. Вот, собственно, заброска на другой берег реки Бужи для установки мишени СБРС. Вот на переправа, вброд и на лодке. Потом пошел дождь. И всем было даже уже не совсем интересно, мокрые мы, не мокрые. Идет дождь, не идет. То, что да, уже терра инкогнита. Посмотрим, что нас там ждет. Начинается переброска в Панаму. Вот сейчас они пересекают границу между Гондурасом и Панамой. Жесткие, жесткие вьетнамцы нам туда. Тире жопой с моря такой. Туда. Третий глаз открылся, да. Мы отчаливаем от гостеприимного гондурасского берега. Переплываем реку. Там нас уже поджидают. Все пишется. Видно их вверх? Боюсь, он окажется первым, кто стреляет. Абхазберг-то на связь, группа забросилась. Держите, говорю. Гоблин уплывет. Из весла. Давай время, вычисляй. Держи. Еще раз. Ждите, сейчас буду время давать. Понял.
Так, все уже на... Вот, сейчас начнем гондурасить. Могу еще сказать. Это морду нам... Да, морду нам будет красить. Последние приготовления перед началом снайпинга. Группа вышла на боевое задание. Задача одного стрелка — застрелить на сходке Мухаммеда Атту, террориста-взрывника. Другого боевая задача — это Саакашвили. На него поступил заказ от какого-то богатого американца. В общем, нефига было панамской наркотой торговать. Не забывайте про рыбку, которая забирается прям в член. Открытие мишени примерно 10 минут.
5, не больше. Такое ощущение, что подстрелили не того, да? Нет огня! Отстреляли. Фу. Можно начинать обычный. Она еще не открывалась, а сейчас ее дергает, дергает. Я ж прямо посреди реки плыл в этот момент. Все.